Приехали в лес. 5 сентября, воскресенье сегодня. Хотим сбегать, посмотреть рыбалку. Да. Грибы, ягоды. Посмотреть, может, насобираем. Переходим последний брод, и мы уже будем на месте. Аккуратно. Давай еще потихоньку. Следи за сапогами. О, не нырни. Смотри на дно. Так, давай. Там уже все на подъем пойдет. Все. Молодец. Вот здесь мы и сядем. Все, приехали. Ну вот здесь мы так расположились немножко. И будем. Сейчас мама накроет стол. Нам покушать надо что-то. Потом чай заварим. Ну а я здесь попробую сейчас порыбачить. Тут место хорошее. Щука должна быть. Окунь, щука. Ну, разведем здесь костер. Костровище есть. Сварим чай. Заварим. Попьем. Будем отдыхать сегодня. Ой, я тут открываюсь. Мама, чай готов.
Что-то кидаю. Видимо, пока еще рано. Щука не берет. Нельмы не видно, не слышно. Ну, одного язя поймал. И Сашка сколько кидал. У Сашки вообще поклевок не было. Даже и попыток. А я просто кидаю. Ну, ты просто кидаешь, а тянешь-то, блесну тянешь. Ну, я тренирую. Да, хорошо. Саша! За дровами пошел. Если там ручей, ты никуда там не забудь. Какие-то дровами понятны? Ну, ты гнилые носишь. Пошли, я тебе покажу. Дрова. Смотри, сколько дров. Выкинь, уже не надо. Разворачивайся. Все, погнал. Ну, пошла, родимая. Понял, где дрова брать? Угу. Давай. Как начнет прогорать костер, тогда палочки подкидываем. Чай вкусный. Вода и завар. Вот и весь чай. И сахар. Крепко держи. Быстро. Вот и поплыла. Скажи рыбке пока. Тяни, тяни на берег, выходи. Пусть мотает, пусть. Давай, смотри, об палку не зацепись. Давай. О, Сашка, смотри. Ну, стой. Бери за леску, тяни. Сашка, помоги маме. Все, мама поймала. Мама поймала щуку. Это щука? Да. Смотрите, зубы острые. Это Сашка, она у Сашки клюнула, Сашка испугался ее, а ты ее поймала. Я так и знала, кто-то должен попасться. Ну, отходите от воды, она сейчас с крючка слетит. Не слетит. Ё-моё. Он туда ее давал. Класс? Да, класс. Она давай ее в бочку. Блин, кидал бы Сашка, Сашка бы поймал, да? Вот мама забрала, она знала, что сейчас щука начнет клевать. Ну все, кидай. Все. Давай, Сашка, лови ты теперь. Мама, 1-0. Мама, куда ты закидывала? Мама маленькая. Я уже половину. Нормально. Нужна нам такая маленькая? Я же почти поймала. Ну ты-то не достал ее. Давай. Другая, не, она. Не, она. Я хочу, которая клевая. Давай, кидай. Какая-то не я в руки хотя бы могу взять. А эту щуку боюсь. О, окунь. А, не, белая это. Да. Белая рыбица, да? Да нет, это... Что это? Сорожка, что ли? Давайте я сожжем. Я как раз палкой огнем. Аккуратно, губу не порви. Да, вот. Все, отпускаем. Какая рыбка?
горе рыбаки поймают рыбу, а потом мучаются, как ее отцепить. Как? А? Что это? Мама у нас забрала спиннинг и ушла, перешла через ручей, зная, что Сашка не может, он без сапог не может перейти через ручей. И сбежал от нас. А Сашка пошел, принес барни нам. И мы теперь кушаем барни. Да. А мама рыбачит. Я тут, а на том берегу. Сашка научился бросать спиннинг. Давай. Почти на середину агана. Молодец. Первый раз сегодня взял в руки спиннинг. Я в шоке. Угу. Офигеть швыряет. Ты видишь, как мало? Учись рыбачить. Первый раз пошел, взял спиннинг в руки и начал. Но правда, у него один раз щука клюнула, и он испугался и отпустил этот катушку. Не стал тянуть, и щука ушла. Испугался, говорит. А? Да, хотя бы удочку не бросил. Вот это научился, да. За кончиком следи. Уже спиннинг не болтается у тебя в руках, да? Закончили мы наш выходной день сегодня. Отдохнули, порыбачили, нарыбачились, наловили рыбы. Кто сколько поймал? Я 3. Ты 3 поймал? 3? Ты, я... Сашка? Половинку. Половинку, потому половинку. Что я тянул и не вытянул. Да, испугался и не вытянул. И я 3. Да, 3? Мы их отпустили. Да, мы всех отпустили, кроме щуки. Щуку почистили, взяли с собой. И мама нормально. Дома нам пожарит ее. Скушаем. Нормально. Да, нормально. Я 2 окуня поймал. А, ну, одну эту сорожку еще поймал. Ну, ладно, ее не считаем. И язя поймал. И все выпустили. Мама поймала 2 окуня и 1 щуку. И Сашка поймал половинку щуки. Щука клюнула, но Сашка испугался и бросил катушку. Да? А сейчас бы клюнула, я бы ее вытащил. Ну, сейчас бы уже, да, ты уже смелый. Костер мы потушили. Дрова оставляем на потом. Наносили много дров. Кто-то еще придет. Будет. Да, может, кто-то придет. Будем переходить ручей и в путь домой. Ну, все. Что можете сказать за рыбалку? Рыбалка удалась. Ты? Я научился рыбачить. И... Ну, рыбачить-то ты еще не научился. Ты научился только кидать спиннинг. Да. И поэтому мне очень понравилось. Понравилось. Забрасывать спиннинг или рыбачить? Ну, вообще рыбачить. Вообще рыбачить. Если будет еще рыба, мы придем чуть-чуть попозже, когда будет щука клевать. Когда она тут будет носиться как бешеная. Вот тогда мы с тобой будем соревноваться, кто лучше рыбачит. Хорошо? Ну все, думаю, уже у нас ничего интересного дальше не будет. Тут дорога, дорога, дорога домой. Ну, может, что-то поснимаем, если будет интересное. Все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Всем пока!
море рыбак. Где твои сапоги? Тоже мне на рыбалку пришел. Без сапог. Ой, тяжелый ты. Часы. Горе рыбак.